Жаба. С 2 хп. Делай что? Чё с тобой? Чё с тобой? Будь здорово. Бля! Бля... Хай. Да, уверенно. Да, блин, мелко. О! Верь, хочешь нет, но ты не первая, кто лишила здесь глаза. Полуслепой играть не очень весело. Быть может, ты хочешь новый глаз? Это светящийся. О, ставить в пустую глазницу нечто волшебное. Найди спасение в часах с кукушкой. В любом случае, выбор окончательный. Найди спасение в часах с кукушкой. Возьми пленку, пока он не видит. Давай. Что ты там делаешь? Повернись лицом ко мне. Что ты там делаешь? Конечно, он смотрит, он тут один здесь. Так, какая-то сперма. Не открывать. Неужели ты нашла око хозяина? То есть хозяин меня видит. Магнификус. Меня видите? Меня освободите? Дело сделано. Хозяин свободен. Значит, конец близок. Если Магнификус свободен, то мы точно близимся к концу. Что? У-у-у. Все что ли? Тут пусто. Ну ладно, погнали дальше. Ну, крысиный король лучше. Жабикал, чили меня. Так, опять вы. Только не ешьте меня. Если я нужен. Что с тобой? Испытывать удачу. Летающие волки. Вау. Я благодарен тебе. У тебя все хорошо? Мне все очень плохо. Я застрял в телегранастае. Теле на игровой карте. Я вижу. А я, разумеется, придумал, как можно еще раз выбросить игру. Продолжай. У вашего игрока уже есть ключ. Спросить игру.
Нету новый. Бля, можно сбросить сохранение. Стрём. Что я стремаюсь. Летающий волчонок всего лишь. Инес. Боичку дал. Три. Я буду три яйца. Спасибо. Так, коза. Ну-ка, два зуба. Бля. Хочу сюда. Нет. Так, чуть-чуть надо пожить. О. Взяла пленку, я прав. Мой план близится к моменту истины, но сперва ты должна его победить. Я как... Он сдается. Теперь мне надо дойти до финала. Новый олененок. Он быстро растет и совсем скоро станет оленем. Го. Сильно? А, давай. Да нет, это нормально. Ну, доедай.
Так, вот эту хрень я больше не хочу брать. Так, змеюки или щиты? Давай змеюк. Блять, ну что это такое? Голова белки, конечно, параша. Дым-ды-ды-ды-ды-дым. Ну, let's go. Ботинок. О. Добил. Вот это лучше. Давай. Вечная змея. Смерть усиливает ее навсегда. Ну, интересно. Когда карта с этим символом появляется, вы получаете копию этой карты. Чё? Амёба. Или бесплатный гекоч. Thank you.
всего. Понял, что так тяжело у меня этот. У меня же жук пропал. Обук. Ну, ГГ, не знаю, этот файт все просто. Тук прямо. Бля. Так, плюс здоровье. Кому дать? Тебе? Волчаре? Че, повезет еще раз? Давай, все, домой. Домой. Все, я теперь понял прикол. Уходим. Так, липка. Спасибо. А если мы вот ничего не будем ставить, типа скипнем код. Я могу пожертвовать просто хпшкой, грубо говоря. Но я бы еще одну съел, да. Так, ну зато я могу поставить... Нихуя, спасибо. Как дефать эту параш? Здорово. Окей, шансы есть. Потом у нас будет колода чисто вот из этих карт, что ли, мне кажется. Еще. Блядь. Не знаю. Я прям ему вот туда смотрю, в это, в дуло. О, у меня теперь есть пленка.
знаю. Вот, фок. Давай. Теперь мне надо его одолеть, да? Ё-моё! Так. Все, теперь все умом. О, нет, это я же сам. Кто на супер мягко? Да, он. До хера белка. Алчная сорока может подать любую карту из твоей колоды. Еще ник. Ну, давайте еще ник возьмем. Мы его сможем одолеть только... Так. Так, прикольчики. О, у меня есть глаз, который дает побеждение. Полезная вещица. Переверни ее вверх дном, и тогда я пропущу свой ход. Ну да, у меня вот, вот эти картонки. Вот этими картонками я буду капец сильно выносить. На. Чё с ним? Так, за зубы чем? Ну все. Нет, ну сейчас. Меня просто бесит само вот это вот. Вот эти вот белки. Взять оленей. Подожди, за смерть белок дают кости. Вот это полезно, может быть. Бля. Чтоб не тыкать вебку. Ты все 10 сварил? Ну, вот и моя имбища. Ну вот это вот с такой имбой, конечно, есть шанс выиграть. Да, о, вот с этим имбам. Так, а теперь можем шкурки еще получить. Точнее, карты за шкурки. Так, зеркало. Зеркало через что-то там. Давай. Олень. Самый противный звук на планете. Олень во время брачного периода. Так, это твой выбор. Ну, вожабича. Вот что-нибудь типа тебя такой типа лох. Так, ну я как будто близок к прохождению игры. Осталось просто пройти босса, пройти всех боссов.
кашка. Не. Ой, могу сразу ставить. О, имбище, имбище. Так, могу делать. Все. О. Найса. Можно мне еще какого-нибудь моего персонажа прошлого? Не помню, что рисовал эту карту. Звонарь. Реджинальд. Реджинальд пойдет. Выглядит имбово. Так, кому-то можно усилить атачку. Ну, давай оленю. На этом хватит. У меня есть имбейшая просто связка. В этой твоей черепушке есть зуб? Чё? Ну, по-моему, надо стукнуть сверху. Да. Я знаю, что мало надо кушать. А, ну стоит чего-то. Не знаю, ну давай так. А, но копирует атаку, я понял. Ну все, имбище есть. Бесплатная, бесплатные три атаки по полной. Окей, шансы присутствуют. Сколько раз надо победить его, интересно? Человек-крот. Непоколебимый человек-крот. Самая надежная защита. Ого. Блин, выглядит круто. И всего лишь одну стоит. Да. Так, ну вот типа сюда хочу. Эх. Эх, ну ворон. Ворон. Так, вот прикол. Хочу нож использовать на этом, на рыбаке. Спасибо. Нож на рыбаке хочу использовать, и все. Надо белку эту изнуть.
Так, во-первых, сюда. Во-вторых, белка раз, белка два. Вязаем сюда, сюда. Даем сюда. Еще одна белка. Пошла она нафиг. Все. Так, еще карту. Давай еще персонажа. У меня там была какая-то крутая бесплатная карта. Забираю, ухожу. Чайник. И кого? А, Алик. Да, точно не Белла. Боже мой, Ксюша. Привет. Так, а что я должен был сделать? Взять карту? Так, ну вроде победил. Ну я тоже. Чё, как там в Питере? Вспоминали. Только вспоминали тебя недавно. Я тут вспоминал старые времена, как мы сидели в Дискордике. Я бы хотел так всю жизнь вообще жить. Встаешь, заходишь в компик. Кайф. Классная погода. О, я так хочу в Питер пожрать пиццы. О. Вот я не понимаю, почему у нас в Москве нету вообще ничего похожего. Ну как-нибудь приедем на дня два на выходных. Ходишь в качалку, закончил магистратуру. Прям как я, хожу в качалку, работаю в майке. А, ну я видел, это который этот открыл. Джонни Сильверхед. Ну я видел его в Ютубе. Но он не пьет, он типа сейчас за здоровый образ жизни, поэтому... Возможно, у него даже там есть какие-нибудь вкусные безалкогольные напитки. Ну, что-то он такое рассказывал. Как тебе работа? Ну, у меня нормально. Я, так сказать, там... Нашел имбу, поэтому прям нормально. Би-б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 и. О, блин, вот сюда накинуть это вообще имбище. В принципе, работать мне не нравится. В принципе, я посидел дома. Че еще нового? Не знаю, вот жена. Мне не нравится слово жена такое, типа. Жена. Как будто мне 50 лет уже. Муж скуф. Ну не, я не скуф. Ну ты не скуф. Я не скуф. А муж как. Вот вайфу, не вайф, вот вайф, слово вайф, именно слово, вот оно кайф,
Вот. А жена, а еще хуже, теща, фу. Есть же нормальное слово. Мама Настя. Почему нельзя всех называть мама Настя? Вот мама Настя кайф. Ну я обычно так и говорю. А ты можешь говорить чел, у кого живу. Чел, у которого живу. Человек-крот. Чел кормит. Чел, который помыл посуду. Что это такое? Кольцевой червь. Богомол. А зачем вот это вот вообще такое? Что это такое? Девочек беречь надо. Феминизм. Woman power. Так, что тут плюс два? Блин. Ну я никого не пристесняю. Ну шо, победил? Сходите в планетарий. Чё, норм тема? Мы когда приехали, сколько? Год назад? В прошлом году? В прошлом году летом мы приезжали, когда... Вот, мы чисто... кушать хотим. Все самые вкусные места. Ну, не все самые вкусные, но куда деньги позволили, мы пошли. Кстати, возможно, имба. Да. Первый есть. Человек-кот. Человек-яйц. Человек. У меня два удара сделать. Да, можно как-то выжить. Сосать. Наконец я прошел. Я спустя, ну, 2 часа 40 минут. Да, убил его. Амальгама. Один момент. О, новая карта. Секси-экран. Ну, монитор имба, да. Нет. Так. Взять для грибобасов на следующий ход. Ну-го, попробуем. За спортзала теперь ем нелюбимую гречку. Бля. А у нас есть гречка? Нет, с молоком я не хочу гречку. Не, мне гречка и так норм. Типа, короче, без разницы как. Так, замерзший опоссум. Опоссум. Ну-го. Пусть будет.
Короче, главное, вот самое главное, это протеин пить, потому что это самый простой способ добить белок. Вот, потому что или ты давишься творогом, или ты кайфуешь, пьешь шоколадный протеинчик. Ну или какой там угодно. Так, что у нас есть? Посу. Лось. Че он сильный, бля? Так, бам-бам-бим-бим. Че такое? Можно жить. Ты ни разу не пробовал? Попробуй. Имба. Чего не все двигаются? А, нет, не хочу пока тратить. О, не, у меня все серьезно. Ну, бля. Не знаю, у меня в жизни никогда такой бицухи не было огромной. Бля, спина. Как они? Ну, крылья, я не помню, как они называются. Спинные крылья. Да, ноги вообще. Ну, то есть. Ну, я каждый день хаваю, типа, пачку творога, каждый день пью этот протеин вонючий, и творог тоже вонючий. Лопатки, типа, не-не, вот эти крылья, как они, не помню. Широчайшие, да, широчайшие. Широчайшие. Риси. Бля! Только не сюда, все нормально. Бля. Может, ты скипнешь ход? Творог? Со вкусом? Обезжиренный. Обезжиренный творог, чижик. Я тебе вот, я всем советую брать творог в чижике. Моя жена мне пишет что-то. Выиграет поединок беличьим уроном. Беличьим уроном? Что это? Нет, творог, короче, самый дефолтный. В чижике обезжиренный, самый дешманский, 200 грамм, по-моему, там 59 или 69 рублей стоит. Гризли. Кто? Луи? Луи Виттон? Ну, мне не нравится, он стоит деньгу. Ком-то собрал новый? Ну, смотря, когда для тебя был старый. Типа, так-то новый... Ну, короче, когда я стримил тогда с тобой, еще вот это вот все, новый уже, да, собрал. Сейчас еще на следующей неделе еще более новый будет. На 40-70. Бля. Вот там будет реально все летать. Можно ничего не брать? Что это такое? А, ну если тогда, то да, новый собран. Так мы специально поженились ради компа просто, чтобы нам подарили комп. Ну, потом мы такие, а, ну, вроде остаемся. Луи Виттон. Так, ого. По-моему, выглядит супер сильно. Ого. Выглядит супер сильно. А мне послабее. Ну вот Насте я тоже вот этот оставлю. Но он типа не слабый. Тут все он на ультрах работает. Вот новый Моник вчера взяли 2К.
27 дюймов, изогнутый, это просто это какое-то нечто. Я теперь на обычном Монике не смогу жить, в принципе. Так, что нам надо? Чтоб кончилась война. Так, ну терпи. Но мне нужен... Мне бы этого хватило, если бы я просто хотел играть в игрульки. Мне бы этого хватило, на самом деле. Вот, ну так как хочу стрэмить. Вот. Ну что-то больно. Салют. О, ну да, когда вот он на тебе останется, делай с ним что хочешь. Симс, куимс. Да, как будто надо... Бля, что-то умираю. Я сейчас умру. Три... Два. Бля. Да за шо? Так, а мне дадут моего персонажа? Ё-моё. АГГ. Нет, можно жить, бля. Пипец. А, минус глаз. Бэкшот рулит. Ну я понял, да, про чё. Не играл. Ну потом как-нибудь дойду. Не знаю, может в телеге видела, если ты сидишь. Я там скидывал список. Список игр, в которые сейчас буду играть. У меня сейчас сначала это. Потом... Потом, короче, это головоломка, как она называется? Superliminal. Потом у меня Hellblade. Потом The Evil Within. Потом там еще какие-то игрульки. Вот, я решил, что хватит покупать, пора играть. А то я только и делал, что покупал эти игры и не играл. Так, испытание силы. У трех случайных карт совокупность должно быть как минимум 3 очка атаки. Давай. Вторую часть? В первую. Я вторую не играл. Ой, точнее, да, ну, короче, я ни в какую не играл. Просто смотришь и там зарабатываешь очки. Не. Бля, лось какой крутой. Мне она понравилась, ну, своеобразная. Я тут прошел, вот, вчера, да, прошел League of Legends, Ruined King, вот это, короче, парашу в эту, невероятную. Думал, с ума сойду. Так, колокольчик, видимо, атака влияет, сколько ходов мы сделали. Типа, каждый ход увеличивается атака. Блин, ну, лось выглядит тоже здоровым, блин. Ну, вот. Вторая теперь мне не светит, я к стиме не переводила. Вот я ее допрошел, ну потому что я шиз. Потому что по-другому, по-другому я не знаю, как в это играть было. Ruined King очень ужасная игра. Вот, ну просто не доделали, как будто вот им сказали, типа, вот вы можете сделать так, типа Риота описали. Эти начали делать, и Риоты даже не проверили. Вот. А что, нельзя ключ купить? Ключ нельзя купить на вторую? Hellblade.
Куда идем мы? Туда, где светит солнце. Пум-пум-пум-пум. Не, мне нравится вот это. Реально? Капец. Какой кошмар. Печально. Ну вот я хочу из таких игр, которых что-то тяжело купить, это Секира взять потом. Так, что это он там, паучка поставил? Так. Олень. Я посол можно поставить. Так. Блин, 0-0. Так. Получится ли? Блин, человек крот у меня может. Не ладно. Короче, мне подсказались этот, как он, сайт Плати.ру. Типа там, типа, можно как-то купить. Ой-ой. Три. Раз, два, три. Я выживу. Куда? На фанпэ. Я покупаю, короче, только в стимпэ. И... Ну вот Плати.ру не знаю. Не пробовал. Ну, из такого то, что прям нельзя взять, этот, наверное, только этот. Секира. Так, цена. Цена, давай две костяшки. Сил. Ну, блин, говно, конечно, набираем. Символ. Ну, давай. Вот буду знать, что это точно я сделал. Второй, третий резик. Которые новые, типа. Их можно купить ключ, 100%. Что я что-то покупал. О, нифига. С умом. Ну, новую точно можно купить ключ. О, сюда имба. Вот это имбище. Давайте атаку ему еще увеличим. Оу-е! Но я буду только на одну ставить. Бля. Хорошо, уходим, 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 уходим. Пип-пип-пип. Так, а теперь же главное, чтобы он попадался почаще. О, ну.
Ну все. Еще ник всех выносит. Найс. Одно? Ну ладно. Так. Угу, жаба. А чё в зале качаешь? Или ты худеешь? Или чё там? Или дефолтно, типа, хочу большую попу? Настя, хочешь большую попу? А маленькую? А? Маленькую хочешь? У меня нормальная жопа. Поддержание тела в тонусе. Ну, правильно. А как там это? Пьешь, куришь? Кейси. Просто у нас есть на работе индивиды, которые жалуются, что просто умирают, просто каждый раз там просят таблетки, там меряют температуру, давление, и вот это все при этом еще тяжечку надо сделать. Гло. Не знаю. В итоге окажется, что гло самая норм темка. Ну я понял, да, что такое гло. Ну главное, чтоб не парилки. Мне кажется, парилки это вообще жесть. Да. Сейчас же вообще там цены миллион, по-моему. Да. Не, ну я прям чувствовал, как... Да. Пятьдесят два. Привет. Я стою, короче, на выдаче, и там чел лет 7, я не знаю, 6-8, просто кричит: 52! Ну, только своим 5-летним голосом вот этим. Сижу, кидаю карты, да. Я пока ничего не понимаю. Мне надо пройти этого челика. Он какой-то жесткий дед. Жесткий дядька. Я не могу допройти его. В принципе, мне осталось, короче, вот просто пройти, я так понимаю, трех боссов. Так. Раз, два. Я могу зачилить просто пока. Слушаю жесткий бой в уши. Сюда. За сколько краник взял? Кронштейн? 3200, по-моему. Ну, нормальный такой. Типа... Там... Ну, бля, ты так не увидишь, как я буду его... Хотя, может, увидишь. Сейчас. Вот, закрываю. И что тут настраивать? Оп. Ну, прикольно, можно двигать, кайф.
Так, что мне надо сделать? Что происходит? Укуш мула. Нет, не мул убегает. Будешь английский учить? Ты уже все знаешь, получается? Капец, имбу карту сделал. В чем смысл игры? Ну, получается, какой-то рогалик карточный, но при этом с какой-то там с третьей, четвертой стеной, не знаю. То есть, что-то странное. То есть, с нами карты общаются. То есть, какая-то это заварушка есть. То есть, ну, я уже сейчас типа сделал все, что мог. Тут прикол, что ты можешь встать из-за стола и походить по квартирке. Ну давай, крысыча. Вот. Сейчас у меня смысл именно Хардстоун. Я не знаю, сколько тут боссов. Ну вот, я тут могу ходить. Вот, мне надо еще найти белку и яйцо ворона. Вот так поставить, и тогда что-то на картине откроется. Тут мы уже что-то сделали. Сейчас, как мне написали, что нужно, короче, победить босса, и тогда я смогу подойти к его фотоаппарату. Вот. Типа, осталось чисто затанчить босса. Ну, карту имбу собрал. Так, что это? Сюда. Так, испытание. Очко атаки. Ну го. Раз, два. Блядь! Это невозможно. Это невозможно. У меня единственная карта с нулем атаки. О, понятно. Подкручивают близы. Рулетку. А, я понял. Эту игрульку. Так. Все, уходим. Ну, перед нами он там какое-то чудовище, какой-то дед. Вот мне прям хочется взять его вот так фонариком подсветить. Но что-то ничего не видно. Так, сюдым. Лось. Вот, клоп-вонючка. Кому клопа вонючку? О, сюда. По идее, им, блин, вот куда-нибудь сюда поставить. Ладно, давай так. Лоб вонючка.
Я не понимаю, почему он выглядит вот, вот так. Ну, как я понимаю, это типа мы попали... как это называется, когда между раем и ада... Как это? Чистилище, вот. Типа, я так думаю, это чистилище. Вот, и типа, это реальные тоже, типа, бывшие игроки, типа... Лимба? Ну, не, чистилище, типа, чистилище. Сколько у меня? Ну, 9 могу взять. У-у. Золотая обычная карта. Ну, такая человая, не знаю. Просто кидаешь карты. Люблю карты кидать. Мест нет. Спасибо. Так, Deadlock поиграл. И купила себе пак Detroit, Beyond и Fahrenheit. А, Detroit, Beyond Two Souls, который, да? Короче, это игромыло, да. Fahrenheit это... Сейчас. Это где... Не, подожди, это Сайберия, по-моему. Про то, что я подумал. Так, кидаем сюда. Кидаем сюда. Кидаем сюда. И все, у меня вынос. Лютый вынос. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Лук. А, Луи. Луи-Уитон. По поводу дедлока, не знаю, короче, может, я просто устал от этих мультиплеерных игр. Ура! Блин, дали фигню. Монетки сюда. Так, пожалуйста, Ник, принеси... Чё пришло, бля? Супер хрень. Ой-ой-ой-ой! А можно не умирать? Ладно, я умер. Такой засёр не пробить. Не знаю, сейчас у меня тут чисто рогалик остался. Как-то я должен дойти. О! О! О, сюда. Не знаю, я из киношных игр хочу только Dark Picture пройти и все. Потому что мне первый не хватило. Первый мне показалось что-то какой-то ультра слабый. Хочется чего-то такого прям страшного и прям нормального ужастика. Геймплей, не знаю, там, по-моему,
вот этого именно дефолтного геймплейчика, типа походить, потыкать. Ну, это же, это должен быть такой маленький кинчик интересный. И все. Так, а можно что-нибудь нормис? О, кролик. О, кстати, имба. Сюда. У кролика пусть забирает. Блин, не может быть жертвы. Может цепануть вот этого? Так, давай сначала возьмем карту. Здравствуй. У нее нет места на твоей стороне. Бля, как офигенно они это продумали. У, здравствуй. Надо. Пожалуйста. Следи за его крюком. Сыграй белкой или еще чем-то, когда он целится. Так ты защитишь сильные карты. Спасибо. Это я уже догадался. Где моя сильная карта? О, зубы. Так, первая стадия найс. Блин, жалко, я не играл. Так, чё, ведро с наживкой? Блин. Вау. Ура, вот какая-то карта. Я с этого ничего не могу. Давай сюда. Найс. Я не понимаю, мне стоит чат читать или там спойлеры? Все, я чат не читаю, Настя читает чат. Длинный олень. Что? У меня нет слов, чтобы описать эту ошибку природы. Ек. Кстати, вы играли во вторую часть Souls Park этого, где они сам супергерои? Стоит поиграть? А то я паком покупал и первую, и вторую часть. Вот, типа, первая мне супер понравилась. Вот вторую, не знаю, надо?
Спойлеры. Когда на стене появляется карта с этим символом, вы можете взять из своей колоды любимую карту. Выглядит вкусно. Так, если всего три босса, то я, в принципе, очень близок. На столе. Ну ты вот так прям стукни по нему. И ушла. Таноса жалко было. О, все заработал? Да? Все-таки долбануло, как я показал. На чем он должен быть? То есть просто чайник на нем. Угу. Супер он бы собрал. Я не ту карту взял. Осуждаю. Осуждаю. Не ту карту собрал. Взял. Никита, блядь. Нет! У меня одно хп осталось. По-моему, да. Детективный, а как же Black Set? Или как он там называется? По-моему, Black Set. Так, чё? Выживаем? Heavy Rain смотрела? О. Пас. Не, это не от Алтейлов. Ну похоже, но похоже от типа как будто, но нет. Ну, похоже, тоже, типа, ходишь, вот это вот. Вторая часть будет. Ну, вторая часть, что она будет... Это все уже давно знали, мне кажется, нет? Ну, ее давно анонсировали. Так, все, выхожу.
дни. Кстати, оказывается, последний сезон «Ходячих» от Telltale Games, которые делали не Telltale. Знали? Там вроде Telltale только первый эпизод сделали, а потом типа там доделывали. Ходячие. Ходячие имба только... Вот мне понравился только первый, чуть-чуть второй, третий нет. Ну и четвертый, там они, конечно, замудрили с концовочкой. Я там такой... И такой... И ура! И такой... Хорошо, плохо. И вот... Короче, вот так. Так, плюс 2 хипе. Что этому дать плюс 2 хипе? Да, эмоциональные качели были. О, финал. О, бля, финал. Неужели допройду сейчас? Жить, жить. Дайте пожить. Белка Луи. Луи Виттон пойдет. Ролл. Ролик. Мне просто главное найти имбу-карту. Все, нахожу имбу-карту, выигрываю. И все. Что это такое? Ну где? Ну что за мусор, блядь? Ладно, жертвуем глазом. Уж я еще умру. Плюс глаз. О, все, финал, next. Так, что здесь хорошо? Все говно. Ну ладно. Бля, почему у меня такая помойка? А, чай? Давай. Давай с лимоном. Черный пакетик. Это же финальный босс. Потому что их больше трех, это капец. Я устал уже. Вот если это финальный босс, это идеально. Все. Так, прости, но сегодня ты подаришь вышку. Угу. Шкирка. Так, Уютун. Белка. Белка. Луи. Вообще я мог лося поставить. Так. Наверное, затанчим эту хп. Чай без сахара. Так, я, возможно, сейчас могу победить. Дай шанс. Ме. Че, ударил? Что это такое? Ой, засёр. Терпим. Хватит мне шкуры. Угу.
Ой-ой-ой! Бля! Дайте жить. Я еще умру. Это ГГ. Я умер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Бля. Ну что за засер шкурами? Дайте жить. Пст. Так, ноль. Но если сейчас сделаю сильную карту... Бля, говно карту сделаю. 3-3 всего лишь. Ну кто там? Кто там? Ну Ксю. А, сука, ты, блядь, какой раз я уже третий, четвертый, на эту хуйню ведусь. Я пока с ним сражаюсь, я уже забываю, что он там в конце делает. Мне нужно использовать пленку. Чтобы использовать пленку, мне надо его победить. Так, что у нас тут есть? Белка-воробей. Так, окей, давайте воробья сразу. Воробья. Ворон. Что-нибудь похуже просто дайте. Бля. Бля, прошлый файт такой хороший был. Уф. Прошлый файт был... Ну, не файт, а трай. У меня там такая имбовая карта. Но она в самом конце была. Мне ее просто вначале не давали, все. Как будто можно просто сейчас перезагружать. Пока не найдем эту же карту. И кубрас. Не. Вонючка. Жабий кол пчелиным ядом, моя лучшая награда. Приветствую. Пик-пик. Блин, ну чуть-чуть анлак, чуть-чуть анлак. Олень. Боюсь туда идти. Ага. Пип-п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 ип. Надо было в этот. Кстати, Darkest Dungeon, во, норм игра. Не будет как с этой, с Рунтерой. Там же, по сути, тоже пошаговые бои. Прикольно.
кашку взяла. Кашка. Ну, гуд. Ты победил, я сдаюсь. Так, вот тут могут... Вот это единственная ячейка, где могут выпасть мои прошлые карты. Но... все не то. Фигня. Ну ладно, это последний трай, если умираю, то на сегодня все. Потому что остается реально тупо дойти до босса. Повезет, найдем прошлые свои карты, которые мы делаем, когда мы умираем. Все. И зимба. На сюды. Неудобно, ты берешь или тратишь ход на, когда ты берешь одну карту, но ты ее не можешь использовать, надо ждать еще, грубо говоря, два хода, чтобы у тебя была и белка, и это неудобно. Ну ладно, жертвуем так. Заплачу. А как понять? Ну тут в начале, во-первых, карт немного, во-вторых, тут вот у них есть картиночки, на них нажимаешь. Но я уже все прочитал, что тут есть. Типа и вот что делает. Когда на доске появляется карта с этим символом, вы получаете кувавика. Кровавик фила 0, здоровья 1. Карта с этим силу атакует противника напрямую, даже если напротив есть препятствие. Ну ща файт будет, покажу что-нибудь, объясню. Вот тут еще есть бестиарий. Бестиарий всех способностей. Немощь. Карта с этим символом погибает сразу после атаки. Мне она, кстати, еще не попадалась. Так, идем брать. Так, ну есть, я не знаю, как это, хуйни. Сейчас игровой сленг вспомню. Это залупа, которая дает способности. Вот это я, кстати, так и не понял. Пользователю в этот ход ваши существа будут атаковать так, будто имеют символ летунов. Но у меня что-то оно нихуя не сработало. Я так и не понял. Это пропускает ход этот противник. В бутылках карты лежат, дают карты. Вот. Булыжник в бутылке. Пользователю вы получаете булыжник. Сила 0, здоровье 5. Ну чисто этот грецкий орех из Plant vs. Zombie. Защитник. Ну такое хз, не знаю. Самая имба — это найти карту, которую ты уже сделал. Вот как я в прошлый раз сделал. И просто с одной тычки вынести всех. Все. Будет камень. Вот. Сколько боссов в игре, непонятно. Если 3, то терпим. Если больше, блин. Там просто так легко зафейлить. Ну, какой-нибудь засер начинает. Боссы, кстати, одинаковые все. Белка. Удачно взял. Бум-бум-бам-бам. О, оно 2 стоит. Ужас какой. Бля. Боль 5?
Три акта по четыре босса в каждом. Так, ну завтра я подрублю этот тогда иллюминейшн этот. Это будет, не знаю, чередоваться. О, что это за кнопка? Блядь, проверил. Почему? Что оно? Почему оно светится? Все, с картами не повезло, можно отдыхать. Эфовая анимация. Могу койота стырим. Причина тряски, не понимаю, чего вы боитесь. Белка и воробей, то что надо. Что ты придумала? В кашу творог? Ромчи, не? О, творог? Бобр. Платинный мастер. Когда на доске появляется карта с этим символом, на пустых соседних ячейках образуется платина. Бенбукс. Ну что можно сделать? Ничего. Можно поставить птичку. Воробушек. За ними. Так, тут у нас еще одна белка. Ну давай, дикобразыч. Уверена. Я не уверен. Oh, nice. Блядь, три акта по четыре босса. Если бы тут нельзя было бы вот супер-мега рандомно умереть, то я понимаю. Не знаю, началось тут все интересно. Ты такой вроде можешь отодвинуть какие-то загадочки, какие-то секретики. Что-то все тут бам-бам-бим-бим. Я думал, тут это будет не основная тема, именно вот этот вот карточный рогалик. Свинка. А-а-а.
выдра. Я? Yeah. Так, белка, белка. А, вот как он выглядит. Что-то когда его берешь, он выглядит по-другому. Четыре костяшечки. Ну, типа, вот что делать? Давай. Ну, офну, как, если сейчас проиграю. То офну. Угроза. Ну, что это, блядь? Понимаю. Нет суперсильных карт. Даже это очень, очень слабая карта. Найс. О, лось суперсильный. Так, не трясись. Сюда. Замки. Трапа. Бам-бам-бим-бим. Все. Ой. Бим-бим-бим. О! Блин, ну в теории. Ну блин, это засер руки. Но потом это вкусные карты могут быть. Но это за все руки. Ну, выдра. Бля, там впереди продавщица. О, фак. Так, ну вроде дикобраз сюда нормально зайдет. Происходит. Вот это unlock. Так, окей, что хочу. Ну, короче, урон от количества карт в руке. Гиен, а койот. Так, что посильнее? Unreal. Выставить этого гризли будет очень сложно. Я постараюсь. Так, ну давай, что ты там с моей выдрой сделаешь?
триплет. Прикольно. Триплет. Ну, кстати, я, у меня теперь сохраняются белки. Я могу кучу белок сохранить. То есть их не убьют вот эти челики. Ну, быстрее меня они убьют. Ладно, надо юзать. Это меня сейчас убьют. Ну все, это офф, это гига офф. Короче, по игре мне понравилось, но не для стрима, не знаю, или нужно сидеть с самого начала, чтобы вы знали, что карты делают. Так, цена, ну опять какая-то залупа собирается. Идеально, когда бесплатно. О, 4.6, это хорошо. Окей, за единичку 4.6. Вот это хорошо? Или все-таки вот это? Хотя вот это, наверное, хорошо. Вот найти вот эту карту, Никиту найти... А, нет, еще Никиту, вот эту, да и Никиту тоже, и все. Вот эти три карты, имба. А это Naked. Мне мало. Так, все, не смотрим, бля. За контрол. Все? За контрол. Колода. Окей, а я вот открыл. О, опа. Ой, это все мои персики. А че? Подожди, а че я нашел? Ну, хотите сказать, это не Хардстоун? В Хардстоуне точно так же можно было, да, убить. Светился. Белка, пчелы. Еще надо найти этих пчел. Все. Здесь тоже все пусто. То есть мне дали один раз этих насекомых и все. Спасибо. А что я получил? Юрких пчел. Так. Что мне надо сделать? Реально, что я добился? Титры. Создатель Даниэль Муллинс. Да, все, я прошел, Настя. Титры получил, можно дропать. Да не, я пройду.
Тут почему-то я когда зашел, нельзя было начать новую игру. Это подозрительно, сомнительно. Не окей. Вот. Тут можно только было продолжить. Я думал, тут какая-то мега загадка будет. И сейчас я еще нашел какой-то постер, но он просто исчез. Вау, спасибо. То есть, все. Не волшебную палочку. Какую-то с шишкой на конце. О, еще грибы. С кем ты играешь вообще? Что за типы у тебя в доме? Я думаю, это я у него в доме. Ну, я не знаю, ты видишь? Ща. Я не могу его подсветить, бля, нормально. Мне не подсвечивается. Экрана яркости не хватает. Моника хуйня, согласен. Ничего не работает, да. Не кинуть в него. Ну, короче, нужно его победить, вставить пленку ему в жопу. Все. Ну, ладно, все, офу, с позором. Завтра стрим. Завтра у меня выходной, бля, наконец-то. Три выходных, какой кайф. Вот, ну завтра пойдем в этот, в Superliminal. Вот. Хочу загадки. Опять 8 утра стрим? Ну естественно. Настя уйдет, я начну стримить. Что мне еще делать дома одному с компьютером и интернетом? Стримить. С большим монитором. Бля, ну этот моник, отвечаю, вот его когда прям близко так делаешь, как будто VR. Ты вот так вот поворачиваешь, он же изогнутый, ты прям смотришь, типа, ого, я вижу деда. Шиплав. У меня в Шиплаве, там в игре, в этой Шиплав, геймплея на 3 секунды вообще. Сколько у меня часов там? 19 часов в игре. Жесткий. Вот где я могу 100% достижения рубить. Не у всех они есть. Всего лишь 6% человек. И я вхожу в эти 6%. Ну ладно, все. ББ. ББГГ. ДД.